Приоткрыли тайны Увекского городища. В Саратовском музее краеведения состоялась презентация выставки «Прикосновение к прошлому». Среди экспонатов найдены во время раскопок предметы утвари и жизни древних людей на Волге. Подробнее с открытия выставки в сюжете Екатерины Ковальчук. Уникальное открытие саратовских археологов. Найденный на Увеке древний храм 13 века. Его руины исследователи городища обнаружили 3 года назад во время работы группы под руководством Дмитрия Кубанкина. Именно эти найденные артефакты заняли центральное место на выставке в краеведческом музее. Одними из самых ценных экспонатов этой выставки являются так называемые тарные сосуды. Они были обнаружены во время раскопок древнего храма на Увеке в 2011 году. Глиняные изделия в земле сохранились практически в первозданном виде. По мнению историков, в сосудах хранилась провизия, например, крупы и орехи. Ключевым в работе археологов на Увеке остается воссоздание быта людей, живших в древнем городе. По сведениям историков, Увек был заселен русскими, мусульманами и выходцами из Волжской Булгарии. Такая многонациональность народа повлияла на появление в городе различных ведуней и лекарей. По словам Надежды Рожковой, представляющей на выставке средневековую знахарку, такие люди пользовались большим почетом и популярностью среди жителей Увека. Проезжали шаманки, причем даже в эпоху средневековья, то есть 13-14 век, здесь действительно эти люди были. Это были знахари, как правило, то есть это не религиозная практика ни в коем случае. Это больше как бы психолог, это лекарь, это тот человек, который разбирается и в животных, и в растениях, и в людях. Вот. И костюм, он максимально соответствует вот этому вот всему. Большая часть жителей Увека, по мнению историков, были язычниками и уделяли огромное внимание различным амулетам, украшениям и тотемам. Сегодня именно эти артефакты представляют самую крупную коллекцию экспонатов, выставленных в российских музеях. Это привеска, это птичка. На птичке есть еще несколько конусов шумящих. Точно такая же есть в музее Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Это самая распространенная привеска для именно женских шаманских одежд. Это символ женственности и вообще символ продолжения рода. Первые исследования древнего Увека датированы концом 19 века, но активные раскопки города начались в 2005 году. За 10-летнюю историю работы археологов было найдено и восстановлено более 300 предметов быта и жизнедеятельности древних жителей Увека. По словам чиновников, городище в ближайшие годы должно стать достопримечательностью Саратова, куда будут приезжать туристы со всего мира. Для этого профильное министерство уже готовит ряд проектов по возведению на месте городища музея под открытым небом. Очень удобное расположение. Рядом река Волга. Волга можно сделать, организовывать и стоянки теплоходов, которые идут вверх по Волге или вниз по Волге. Да? И, безусловно, то, что мы сейчас это делаем на протяжении последних 10 лет, это большое дело. Безусловно, конечно, для Саратова, да вообще и для Российской Федерации, я уверена, что это имеет очень огромное значение. Выставка «Прикосновение к прошлому» в музее краеведения работает ежедневно. Экспозиция средневекового городища в процессе раскопок археологов будет пополняться новыми экспонатами. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.